вами на улице Москвы. Вышли со станции метро Марьино. Здесь выход. Сейчас прогуляемся по окрестным улочкам. Первый у нас будет на очереди Новомаринская. Идем от улицы Люблинская в направлении Лугового проезда и далее бульваром Маринскому и Мячковскому. Так, здесь вот у нас дублерчик. Улица Люблинская. Это новая часть района Марьино, построенного в основном на месте бывших очистных сооружений. Ну, этот район, кстати, является еще самым населенным в городе Москве. Население более 200 тысяч человек в районе Марьино. Там что-то порядка 250 даже. Точными цифрами не владею. Ну, понятно, застроечка плотная, дома высотные в основном. Хотя и встречаются вот и небольшой высоты тоже здания. Здесь в основном новая часть района. Старая туда вот, если в обратную сторону от нас, где Перерва улица, и, точнее, этот Донецкий, Новочеркасский бульвар. Там еще можно встретить дома девятиэтажные, построенные на стыке 60-х, 70-х. Здесь уже совершенно новые. Вот КПшечка, например. Ну, есть, да, вот так же вот небольшие дома. Вот посмотрим сюда, вот в ту сторону. Сколько там этажей? 7 этажей. Но такие дома тоже, они более высотные бывают. Как вот... В районе Бутова тоже мы можем видеть. И в районе Лучино-Жулебино. То есть это примерно плюс-минус там одних лет районы. Так, сейчас у нас первая улица, с которой будет пересечение, это Луговой проезд. Так, и там уже нужно дорожку перейти, наверное, чтобы уже в следующем выпуске пройтись по Луговому проезду. Туда, в направлении Москвы-реки мы пойдем. Так, здесь отделение.